В России прошел День военного разведчика. Это особенная дата для Валентины Чубенко. Каждый год она приходит к мемориалу в сквер имени Марии Рубцовой, почтить память своего мужа. Полковник Василий Чубенко – герой России. Погиб в 2005 году в ходе операции на Северном Кавказе. Ему было 33 года. Он никогда не рассказывал, потому что разведчик, и это никогда не разглашалось. То есть я, как жена, даже многого не знала. Где он участвовал, в каких спецоперациях. Это все было под секретом, военная тайна. Отдать дань уважения павшим героям пришли ветераны, офицеры, солдаты спецподразделений и представители Химкинской администрации. Торжественную церемонию открыла минута молчания. После к мемориалу возложили цветы. Мы были втянуты во все вооруженные конфликты, политические конфликты. Везде за этим стояли люди. Люди молодые, наши сверстники, молодые пацаны, которые выполняли тот служебный долг, о котором сегодня становится я. И вот на этих примерах сегодня, конечно, надо учить. Это очень важно для молодого поколения. Мемориал доблести слава воинов специальных подразделений самый большой в стране. На нем более 2000 имен. Он хранит память о тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой. Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, Служба новостей.